В любую погоду с неизменно хорошим настроением на тропу здоровья выходит Людмила Лозинская и ее команда по скандинавской ходьбе. Снег или ветер – не преграда для энергичных спортсменок. Мне было 25-30, я вот в этом возрасте вот брала детей. А теперь вот эту энергию практически я хочу отдать людям старшего поколения. Серьезный паспортный возраст, а ей на днях исполнилось 70, совершенно не соответствует ее внутреннему состоянию. Она ведет группы по скандинавской ходьбе, дыхательную гимнастику по Стрельниковой и сама занимается в танцевальном кружке, репетирует рок-н-ролл. Она для меня все. И солнышко, которое светит даже в ненастный день, и моторчик, который нас заводит не только меня, она заводит здесь всех. То есть вот все сидят. И вдруг выходит наш Людмила Васильевна, и все начинают танцевать. Коллеги особо ценят Людмилу Васильевну за доброжелательность и стремление всегда прийти на помощь. В своем любимом центре «Вера» она работает почти 20 лет. С первых дней Людмила Васильевна, конечно, она меня покорила, потому что она очень контактная, очень позитивная. Она прямо, знаете, как птичка порхает. И я вот делала даже, там мы сейчас свод готовили, да, и когда смотрели по активностям, вот она у нас лидер по активностям, все идут прям к ней, потому что на самом деле люди тянутся к человеку. Им даже не то, что там скандинавская ходьба какая-то или дыхательная гимнастика, они идут на человека, на педагога. Людмила Лозинская наглядно демонстрирует, что возраст – не помеха для успеха, счастья и солнечного настроения. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, «Видное ТВ».